Итак, ребята, всем привет. Мы сегодня уезжаем с отеля Surin Sweet Hotel. В принципе, нам понравилось. На самом деле, ничего плохого нету. Нет, да. Только единственное, сегодня в 5 утра и вчера, короче, птица начала орать под окном. Это вообще... Она орёт. Андрей уже на нее там это шикал и бросался. Но я не бросался. Мне нечем было бросаться. Так что мы это забрали уже чемоданы. У нас стоят тут. Все, сейчас едем к ребятам с Dream and Travel, Сереге и Вале. Будет классно. Ребят, едем на Самуи. С утра нас забирает минивэн, везет в Патонг. В Патонге мы договаривались по поводу такси, которое нам уже, по сути, оплатили. Едем на паром. Едем на пароме уже. На пароме, нет, а там опять там, у нас а уже там у нас не уже, такси. Говорю, оплаченное такси. Да, и до отеля. И до отеля. Ну, в это время, я думаю, что-нибудь будем снимать. Жалко уезжать. Очень понравилось на Сурине, ребят. Очень. Че, ребят, мы в собаке? Наши собаки. Ждали ее. Там уже начала нервничать, на самом деле. Хотя я говорю, они тайцы так. Минуты, секунды, секунду приедут. Обязательные, да. Все, сейчас, может, еще кого-нибудь зацепим, ну и на потом. Так, у вас скрывается скрытая камера. Ребят, косяк. Короче, приехали на PlayStation. У меня мобила сдохла. У меня билет тут. Я показать не могу. Сейчас будем что-нибудь рулить. Если что, будем паспорта показывать. Сейчас расскажу, как что было. Разрулили все по билетам, без чека, без всего. Все, просто там искали то, что из какого отеля, сколько персон. Чего, ребят, даже если мобила сдохла, не отчаивайтесь. Если у вас билетика нету, все, короче, путем. Через 15 минут трогаемся, мы на автобусе все-таки трогаемся. И ехать нам около 4 часов до парома. Мы сделали наклейки на наши чемоданы. Кто какой чемодан, кто куда едет. По Самуи у нас наклеено. И он должен приехать прямо на Самуи. И также нам, я сказал то, что такси-сервис, она говорит, не-не-не, я говорю, я бронировал iBooking такси. Она сказала, окей. Говорит, нам звонили из вашей компании. Типа, да, все нормально, вас там встретят, там все на халяву. Короче, довезут до отеля. Короче, будем ехать. Сейчас места найдем в этом, в автобусе. Нормальные места. И погнали. Че, ребят, мы в автобусе. Уже едем. Смотрите, нам дали такие наклеечки. Нам вроде когда на паром идти, нужно будет их наклеить. А билет на бесплатное такси. Показано то, что два человека. Вообще здесь дата пишет, ну ладно, два человека. На Марина Вилла самой. Короче, халявное такси. Нас встретят, они уже сами там рассчитаются, что, как, где. Так, и два билета на паром. Мы, кстати, на чемоданы наклеили еще две ленточки такие, на них написано Ко Самуи. И, по идее, наш багаж должны загрузить на паром. Ну, я думаю, мы их все-таки сами возьмем, да и загрузим. Там уже посмотрим. Ребят, не знаю, нам осталось полтора часа. Не знаю, горы передаются, сейчас на камеру не передаются. В общем, замечательно. Спал минут, наверное, 20. Но не смог сидеть на этом сиденье, короче, не очень удобно соваться.
садитесь на левую сторону в автобусе, и если хотите поспать в тенге и ничего особо не видите, либо на правую сторону в автобусе, да, здесь небольшое солнышко, но на вас кондиционеры дуют, все нормалек, и офигенные видосы постоянно, просто офигенные. Так что выбирайте. Совершенно другой Таиланд, даже здесь хочется пожить там несколько дней. Да, море где-то километров 40, вам нужно будет проехать на скутере. Но зато вот какая-то такая вот своя природа, непонятная. Что-то дерево одно такое растет, но ровное, прям тут. Ребят, короче, попробуем успеть на паром. Нам еще уехать 80 километров, а времени 15.04. Впереди последний паром. Бывает через 45 минут. Через 40 минут. Видимо. Полицейский участок. Нам осталось где-то километр. Мы приехали. Отели настолько раздолбаны. Я только что видел с такими дверьми. Это вообще просто жесть. Храм какой-то. Уже едем по самому пирсу. Сейчас подъезжаем. Нас прямо высаживают к парому, да и все. Как я понимаю, никаких магазинчиков, ничего тут нету. Охренеть. Вообще, шайтан на мабу к шельме, так сказать. Ладно, сейчас пойдем посмотрим, что там. Погружаемся потихоньку из автобуса. Вот он наш
Это как бы паром, это катер обычный, господи. Ничего, нас подвезли прямо к нему. Слава богу. Сейчас посмотрим, что там есть. Что там интересно. Все, мы загрузились. Пойдем, посмотрим, что. Глянем. Прибыли. Сейчас будем трогаться. Мы. Может, еще повыше на палубу подняться, не знаю. Глянем. Может, есть места еще получше. Все, тронулись. Ребят, пойдем вперед, посмотрим, что там творится. Глянем, сейчас, может, на корабле что продается. Может, что дадут. Так, где у нас косы мои? По-моему, там где-то. Короче, где-то там. Передняя палуба. Мест нет. Мочали от пирса. Донцак. Или, так сказать, называется Донцак Харбор. Правда, тайцы не очень слово Харбор понимают. Потому что я его неправильно произношу, не знаю. Все, мы поехали в сторону Самуи, туда. Скоро будем. Потихоньку приближаешься к пристани. Вот он, Самуи. Плываем. Короче, Самуи. Либо, как некоторые говорят, Самуй. Все по-разному. Так, мы почти на острове. Пойдем собирать вещи. Сейчас уже надо на выход. Да, то все чемоданы разложили. Все вещи мы вытаскивали. Давай. Смотри, как ракушками обросло все. Да-да. Все прожарило ракушками. Я думаю, там, наверное, хороший металл. Толщина большая. Наверное, чтобы надолго рассчитывать. Знают, что морская вода. Разъезд момент. Это смотри, не разъезд. Нормально. Ну так краску съела и немножко жарко, да? Нормально. Ребят, приехали, сейчас такси разбираемся. Четенько все расскажет. Поедем в наш отель. Пирс нормальный, небольшой. По-моему, я к нему уже и прибывал в прошлый раз. Посмотрим. Потихоньку. У нас получилось 6 человек. И все с халявными билетами. Ничего, быстренько рассадили, да, и вот все, движемся от пирса. Движемся в наш отель. Потихоньку, но верно, мы продвигаемся к нашему отелю. Да, кстати, пирс-то очень немаленький, там пешка дралась, мы еще идти до такси, это не так уж и близко. Особенно с чемоданами не очень удобно. Так что берите халявное такси. То есть, когда заказывайте заранее, уже чтобы у вас трансфер был из отеля до парома, с парома. Ну, в общем, до Самуи, и с Самуи вот скажите, что нужно еще такси, дадут на халяву. Ребята, ну что, мы приперлись. Смотрите, вот он так называется наш отель, Марина Вилла. Да, нам дали сейчас первые этажи пока с мамой. Мы что-то не очень порадовались, потому что первые-то они как-то на проходе находятся. Не, они неплохие комнаты, все, ну. Как-то на проходе, на втором хочется сесть и, может быть, там поработать. Да, на втором, так, по-другому на лавочке сядешь. А тут ты даже шторы у тебя открыты, и ты все на виду. Окна там с водопола, но все равно нормалек. Короче, подошли к ресепшену, и я сказал это, чувак, давай это на втором этаже. Он сказал это, не проблема, завтра это, приходите в 9 утра на сеновал и сделаем во второй этаж. В общем, в 9 утра он нам это поменяет номера на второй этаж. Смотрите, что тут происходит. Вот мы только что ходили в магазин, и к нам привезли толпу китайцев. Это безобразники еще такие. Все, пойдемте дальше к бассейну. Вот, кстати, наш. Вот, нет, это 400 какой-то. 4. Это вообще 4-значные номера. У нас 3-значный номер даже. Подожди. Вообще, подальше. Вот так у нас. Не, вообще отель? Очень уютненько, прям вон такой. Видишь? Сильный отель. Как на картинке, вот. В общем, это, ничего, не разочаровались. Номер я вам покажу попозже, да, вот у нас номера. Вот мой 419, маме 418.
Ну, пыгарит. У меня что-то там замкнуло. А ты это вот дверь прикрыла? Да. Ладно. Включи в это село. Ребята, бассейн. Один, у нас, по-моему, два бассейна, да? Я не помню, здесь или в следующем отеле два. Ребят, не видно? Не видно бассейна. Пойдем, пойдем дальше к морю. Вот здесь же ступеньки в нем. Ступеньки есть, да, если... Ну, если не будет видно. Так очень красиво. Да вообще. Шезлонги не обязательно. Но там у нас море. Ребят, все, мы вышли из отеля, вот оно, у нас море. Отель стоит 12 тысяч бат. Это на наши рубли примерно 21 тысяча. А, у мамы, кстати, сняли... У мамы сняли, кстати, в рублях. А у меня сняли в тайских батах. Я даже не знаю, сколько у меня снялось, потому что у меня мобильник особо не работал. Я сейчас вот второй мобильник переставил. Пока не знаю, какая сумма. Вот второй бассейн, а вон джакузи бассейн. Видишь, мам, джакузи бассейн. Ребят, а вот море. Вообще. Это полный пивас. Ребята, полный пивас. Вон там что-то делает. Что, мы пришли прямо на пляж. Тут есть бар. Тут есть бар. Бар. Тетенька. Смотрите, как у нас интересно. Заводи. Смотрите, какая у нас девочка. О, we are new visitors. Hotel. Марина Вилла. Качельки, ребят. То есть вместо сидожа качельки. Вообще класс, да? It's very good. А? Like? Only drink or eat? Смотрите, как классно. Я сегодня меню тоже сделал. Так, лампочка тут. А, у них закопаны тут провода. Можно на пуфиках присесть. Так, кстати, вот меню. Счастливый час, коктейли с часу дня до 5 часов дня стоит по 120 бат. Нифига себе счастливый час. Что-то он вообще слишком дорогой счастливый час такой. Там я вам 670 бат, что-то, ребят, бешеные цены какие-то. Короче, можете на пуск какие-то что присесть. Да, цены бешеные, огонь. Ночной Самуи. Мама пошла сразу по торговым рядам. Всякую разную бяку смотри. Типа маек, фигаек, платков и так далее. Ладно, все дальше. На самом деле чуть-чуть обидно то, что уже все-таки Самуи уже начал превращаться в Россию. Смотрите, черным шрифтом написано по-английски. И зеленым шрифтом по-русски написано. Вот я приближу. Понятно, я бы что-нибудь. Не, ну... Ребята, и ни слова по-тайски. Да. Это уже обидно. Но хоть... Так, ребята, в двух минутах от нас находится Family Mart. Это отлично. Где-то в 5 минутах там, короче, дальше находится 7-Eleven. Массажи около нас 300 бат, здесь 250. Но сейчас я, наверное, все-таки массаж плеч, шеи и спины сделаю. Спина реально устала. А так как мы работаем постоянно за ноутбуком, еще шеи и плечи, наверное, все-таки надо. 300 бат. Я не считаю то, что это дорого. Все, пойдем. Местные специально устраивают кухонное шоу. Блин, просрал уже. Надо было с огнем. За 300 бат. Сейчас посмотрим, что как. Сейчас. И вернем. Ребят, приселим в кафешку какую-то возле
нашего отеля после массажа. Массаж замечательный, нам сделали просто довольно. Кстати, настолько... массаж здесь не сравнять с тем, что делали на Пхукете. Ну, на Пхукете, да. Они уже... просто, ну, они целый день работают, они уставшие. Может быть, уже заели, что народу много. Ну ладно, что у тебя тут, да, рассказывают? Да, ой, принесли мне, я сказала, и не думала, что мне столько принесут. Достаточно было бы супа. Значит, суп том-ям, посмотрите, как красиво. С грибочками, галлюциногенными. Тут все, да. И суп том-ям, значит, 150 ватт. И рис с овощами и с курицей получил 125 ватт. И чаек, по-моему. А чаек бесплатный. Какой-то чай тайский мне дали специальный. Что-то на халяву. Но мотель пиво, кстати, не знаю, сколько стоит. Скорее всего, под 80. Может, это не чай. Может, это пиво? Пиво избавит. Это рис болевать, это не чай. Ты понюхай. Может, это чай. Нет, это рис поливает, это острый гвоздочек. Значит, это рис поливает. Да, вот так вот. Бы не укушали, ладно. Так, ребята, мы все, мы у моря, опять же, нашего отеля. Так, на самом деле, кому понравился выпуск, ребят, ну, как обычно, большие пальчики вверх. Кто не подписался, подписывайтесь на канал. Ставим большие-большие жирные лайки. Это... делаем репосты. Ребят, всем спасибо. Дальше будет еще круче. Мы на Самуи.